Кому там пиписинг проценты не дают сделать? Пиписинг процент. Так, ладно, Рико. Рикоч, пускай будет Рикоч. Вот за него и будем эту главу проходить. Здрасте. How you doing? Well, this is familiar. Ну это знакомо. What? Чего? You falling asleep on top of me? Уснул наверху у меня. Yeah. Да. Надо найти оборудование, пока лодка что-то там не уплыла. Или что-то типа того, пока лодку не заметили. О, shit. Да черт. Хелгас! Привет, дадут. Рико! Дред! Сейчас будет. Ебать, трейд, дало. Дало! Ну, это не потом, скорее всего. Уи! Дала нормально. Гэнг-бэнг! Отступаем? Да зачем? Ты чё там? I think we've got them all. Чего? Да мы всех перевалили. Контакт? Где контакт? С кем контакт? Ой, пацаны, здорово. Ты где? По яичишкам тебе, во? Будешь знать. Я пулемет, надеюсь, не выкинул. Ну и хорошо. Будем экономить. На большие перестрелки. Это мало ли. В прошлый раз вон что было. Все такое яркое, капец. Если мы пойдем по реке, мы должны найти путь к ИСА крепости. Скорее всего, здесь будут хелгасты, чтобы уйти на чеку. Хорошо, будем. Как, в общем-то, и всегда. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй. Кто стрелял? Вот нельзя? Кто стреляет-то? Ты, сука, проволока. Я могу что-нибудь подстрелить? А что, не могу-то? Могу. Смотри, я около тебя. И тут я умираю. О боже, блядь. Всю миссию занял.
I think we got them all. Да я смотрел! Не подкрались незаметно. Что это было? Он упражнение делал, внутренне какое-то. Ножку поднимал, знаешь, на фитнесе, блядь. Ловят патронов, да. Окей, let's get a move on. But stay on guard, as there's likely to be hellgast in the area. Готов. Что? Чего? С какой стороны ты идут? Не пойму. Слышу какой-то звук. А что это? Кто это? Сзади. Сорян. Want a piece of me? О. 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 Это я возьму. А можно еще патроны к нему взять? Пригодится. Где он? Ты где? В кого стреляете-то? А, вон он. Эй, блядь, кусты стреляют. Пуля труп. Хорошо. Пойдем дальше. Где ж чекпоинт-то? Чекпоинт нужен. Чекапоинты. Интересно. Где все это? Алло. Ну мы вроде по реке идем, да? Нам сказали по реке идти. Ну идем. Пикник. Ну, сам то был бы сейчас пикник устроить. У! Опа. Дерево нарисовалось. О! Не, ну это качество. Да, это опять это качество. Ты посмотри. Посмотри, как кусты растут.
Даже земли не касаются. Блядь. Разработчики старались. Да-да-да. А здесь я не могу пройти. Или в чем проблема-то? Здесь могу? И здесь не могу. Да здесь, блядь, слон пройдет, алло. Твою мать. И главное, вот эти вот кусты в воздухе, прям на самом видном месте, ну. Ладно бы они где-нибудь были, значит, где их не видно нихера. Просто, знаешь, одинокий бугорок. Как-то извращенно звучало. Одинокий бугорок. Одинокий бугорок, значит. И на нем сверху куст в воздухе растет. Охренительно же. А одинокий бугорок, это, да, это вот кычи. Ей понравится эта фраза. Одинокий бугорок. Это... Есть два вида. Да, одинокий бугорок и хвост, и куст на нем. Одинокий бугорок и одинокие холмики. Допустим, я сюда пойду. Если в меня здесь начнут стрелять, то я явно иду туда, куда нужно. Look out! Reinforcements! Подкрепление где? Вот это что ли подкрепление было? Вот эти два дебила? Ну такое себе подкрепление у них. Окей. Отличная мелодрама с таким названием. Ну хохлушек есть глаза. Хотя это скорее у хохлов есть главы. Ну или да. Это старый какой-то фильм. Фильм-пародия. А может эта хуйня взорвется-то уже, ну? Я в нее стреляю уже неделю. Спасибо. Так, пацаны, 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 пацаны! Так, тихо. Спокойно. ХП восстанавливается, будешь, нет? У холмов есть бугорок. Ну, тоже. Тоже интересно. Так, кто, где? Сика.
Я тебе говорю, это прям фир, тут враги даже так же падают. Так же по-идиотски постоянно. В рэгдоллы превращаются. Там нога застревает где-то, еще что-то где-то застревает. Красиво! Подожди, здесь я подниму сетку. Иди. Детка, иди разберись с сеткой. А мы тут сейчас партиечку в волейбол ебанем, покажется, блин. Да, есть какие-то звуки. Я уже говорил об этом. Сейчас когда хилку берешь, звук как будто в Half-Life. Фонарик что ли включается или что-то в этом духе. Та-та-ра-па-пам. Звездные войны, музыка началась. Огневая база. Код 3-3. Огневая база. Для силовых ударов используют это. Наш приоритет — попасть на SD-платформу, остановить Землю. Чтобы ее не взорвали. Капитан Темплер, вы сказали, что у нас есть шансы добраться где-то. Что-то здесь устроить нужно, чтобы спутать врагов. Чем-то вы сошлись. What the fuck is a Shakespeare? Я хуй знает, какой-то ноунейм. Шекспир ваш. Короче, они сошлись на каком-то мнении, что нужно что-то уничтожить. Так, ракетные установки мне нужно уничтожить. Окей, я пошел. Эй, злодеи. We've got company. Стелс. Keep shooting. Да алло. Да пули сегодня попадать будут, нет? Пизда вам всем, блядь. Хули они? Подбор брони. Я уже не помню, как звучит подбор брони. Наверное, так же, как и здесь. Да? Э, бля! Ты знаешь, с кем связался? Ты нахуй со мной не связывайся больше, я только переебу тебя. Кто тут? Эй, пш, пацаны. Здрасте. Сама незаметность просто. I bet access to the central compound launchers is controlled from that bunker. Так, контрольная какая-то панель управления ракетами в этом бункере. Так а чё, го стрелять просто?
каком бункере? Ой, я б живый. Озвучка топ вообще. Реально в этой игре не хватает прыжка какого-то. Заходим. Хорошо, не заходим. Подожди, тут какой-то пес. Ты что, жив что ли? Лобал. Вызывайте прикрепление, подкрепление, не дайте пробраться врагам. На, ох. Я, видимо, зря здесь все уничтожил, да? Да какого? Ты хорош, сдохни уже, алло. Надо было нажать кнопку и ждать. Ну откуда я знал? Ну и ладно. Ну и пусть. Так, ну мы что-то сделали. Надеюсь, что-то дельно. Что это за звук? Не понял нихуя. А, о! Так, миссия выполнена! В смысле выполнена! Гэнгбэнг! Где еще один-то? Видел его. Вот и нет. Как же они орут порой. Просто ад. Специально тренированных людей набрали, чтобы они кричали. Прям фая, блять. Хорош. Так, я что-то отсюда увидел уже два компьютера. Кто в меня стреляет? Чё дэмит-то? Где его нахуй? Эти гранаты просто лучшие на свете. Они вообще, блядь, не летают. Это, блядь, повезло тебе. Да в смысле обойму в тебя всадил, блядь? Тебе что-то еще мало, что ли? Так, нужно переключать это. Тыкнуть. И что мне это даст? А вон то, что мне даст. Тут еще один был. Где он был? Видел его. Можешь через это перепрыгивать? Да что такое? Блять, вот реально прыжка не хватает. Как шутан такой? И без прыжка. Это почему? Я не это хотел. Ты кто? Зачем сюда бежишь? Я вот это хотел. Да, блядь, в смысле? Ну я ж вот это вот тыкаю, алё. Он дебил, нет? Вот, вот это. Ага, пошёл нахер. Эй, курица, отойди. Я сейчас тебя пристрелю. Да, я слепой, блядь.
план. Где здесь все такие эти, как бы, англичане? I blind. Do you want a cup of tea? Кто тут? Ты подкраться типа хотел, что ли? Чё там стреляет такое? Чё это? Дайте какой-нибудь что-нибудь. Это что, батарея была? Или сносил типа батарею уже поставили, ебанулись. Так, и что мы с тобой должны сделать? Я теперь надо просто подойти и нажать X, да? И съебаться нахуй! Само взорвется? Давай, а можно фейерверк посмотреть? Или они прям сидят? Так, это их немножко ослепит. Надо убираться отсюда. Ну надо, так надо. Мы привлекли их внимание, ачив. Ну ладно. Да я не могу бегать на этом джойстике. В этой где вообще? Контакт! Контакт! Патроны же кончились. Алло. А у меня не было ничего такого. Да, в смысле. Ты кто? Выходи. Выходи, говорю. Выходи. Дайте помощь. Да не ступай. А можно я вон всю штуку сяду? Стреляй в кого-нибудь. Я же Рико. Мне нужно стрелять в кого-то. Так, воздушные корабли. Корабли. Вы сбите. Срочно! Давай! Где они? Где? Или надо было этот взорвать? Эй! Пацаны! Не берите, он трясет. Сейчас прям чувствую, как я получу удовлетворение от того, как взорву эту штуку. Так, кто в меня стреляет? Заебали. Это корабли в меня стреляют?
Быстрее начали летать, алло, вы чё? Ебать, припарковался. Пойдем, люди. Так, анти-аэр специалист. Вообще нормально разнес. Хорошо, прям. Кто придумал вот держать именно эту тырдочку эту? Зачем? Не нужно ее держать. Один раз нажал, все. Да вообще не нужно эту кнопку ничего делать. Кнопок что ли мало? Ну кружок есть вроде. На кружок что-то есть вообще? Вот нет ничего на кружок. А что, на кружок нельзя бегать? Что, это неудобно? Что это? Почему так именно? Так, идем дальше через реку. А на что бег? L3. И держать, чтобы бежать. Сейчас прочитаю. Держать L3 это лучшее, что можно было придумать. Надеюсь, это сарказм. Я думал, я такой один, кого это бесит. Просто я... Силька вон сидит, мне тут это... L3, это же удобно! Я хер знает, мне никогда не было удобно бег делать на стик на сам. Да, кнопка есть, окей. Ну, блядь, что, других кнопок нет, что ли? Пол джойстика кнопок, блядь, именно на L3. Именно на ту кнопку, на которую ты двигаешься. То есть ты не можешь из-за этого бежать, допустим, вправо. Нахуй! Потому что это неудобно. L3 нажимать и, допустим, влево держать. Это свои были? Да какая разница? Нажал, отпустил. Меня бесит это. Как будто других кнопок нет на джойстике. Так, похоже на SI-пушки. Спасибо за помощь. Хелгас запустили массовую атаку на крепость. Нас атаковали. На обратном пути. Мы пойдем с вами на базу. Ну это же патроны, возьми их! О, ты взял их? А ты хорош.
Я на любые. На все что угодно, но только не на стики, потому что на стик ты бежишь и так. Ну, то есть ты передвигаешься на стик, это неудобно держать его еще или нажимать его еще. Вообще какие-то манипуляции с ним. Как с левым, так и с правым. Ты из-за этой херни, короче, просто не пользуешься бегом. Тупо перестаешь пользоваться бегом, потому что он на L3. В итоге там, знаешь, раз в 15 минут такой L3 нажимаешь, чтобы чуть-чуть пробежаться, а потом просто забиваешь на это. И ходишь пешком. Даже если ты был в этой локации. Ничего не нужно ставить на L3 и на R3. Если только... Как это было в God of War. Ну, я его не играл особо, я просто слышал, что там есть QTE, где нужно нажать L3 и R3. Dropships! Корабли. Ну и лететь. Крылаться, блядь, да. Да блин, ну вот да. Просто он, Архимон сейчас меня, наверное, поддержит. Вспомни Dark Souls. Одно дело, когда таргет на правый стик в центр, если нажать. Окей, ты мне часто пользуешься, то есть в начале боя. То есть такой нажал. Да сука, прыжок! Мне уж, блядь, трясёт, нахуй, как я вспоминаю этот. Во время бега нужно нажать L3 в определенный момент, чтобы чтобы у тебя персонаж сделал прыжок. Это просто... Вспоминаешь первый Dark Souls, тот же самый, в котором это все делается на кружок. Вот в чем проблема? В чем проблема вот? Не надо никакие действия, от которых бы зависит твоя жизнь, блядь, ставить на L3. Не нужно этого делать. Нет. Ты контрпродуктивно. Шо? Где? Кто? Здорово, пацаны. Вы свои или чужие? Че вы, блядь, бежите-то? Ну ты стреляешь в меня, говно. Сейчас, блядь, найду какую-нибудь зенитку, расхуячу тебя. Зенитка-то откуда-то отсюда стрелял вроде, да нет? Бля, я же видел, она стреляла откуда-то.
Спасибо за помощь. Мы откроем вам дверь. Может, Хелгаст уже на базе. Ну хорошо. Уже можно вот эту вот пушку взять вместо того, что у меня сейчас. Потому что эта пушка хуячит от души. Прицела, правда, нету, но она как миниган, в принципе, работает. Так, пойдем внутрь. Откуда стрелял-то хоть? Я что-то так и не понял. Так, ворота, говорит, нам откроют. А где ворота-то? О, сейчас короля льва сделаем. Где вход в вашу ссаную крепость? Где вот он? Куда вы его засунулись? Это что? Это мои патроны? А я возьму. Жизотка-то не лишняя. Во. Это вы так от ворота открыли? Откусили, блядь. Ладно. Зайдем здесь. Хелбасты, значит, могут быть внутри. О! Здрасте, чё? Так, вот вы где. Нам нужно войти. Нужно Хагу доставить в SD-платформу. Зачем я стреляю в себя? Слушай, а ты пиздишься? Ждал. Вали отсюда нахер. Здрасте. Не понял. Ты откуда взялся-то? А он откуда взялся-то? Его ж тут не было. Тут же не было никого. Он что, просто тупо заспавнился, что ли, на месте, где... Просто из ниоткуда? Хорошо. В углу стоял? Я что-то не обратил внимания даже на него. Ну ладно. Дай пушку свою. У нее патроны хорошие. Да хуй там стрелять-то в меня все. Так, а тут что-то есть? И ни хера тут нет. Пойдем. Да расслабоне такое. Да, пошел уже. Это что там, человек прыгнул только что сзади? Что это? Он залетел, по-моему. Ну ладно. Хака, пошли сообщение насчет Адамса, я постараюсь. Стоять! Успокойся, солдат. Не отойди от него. Никому не дураться, ты создаешь ошибку. Генерал Адамс предупредил вас, предателя. О, это он предатель. Не играй со мной. А, он наоборот, что ли, всем сказал, что этот генерал Лоздан злодей. Сказал, не пытайся. Вы тратите свое время. Заткнись. Никому не двигаться. Что случилось с генералом? Вот, ну. Адамс пулю ему в голову упустил. Найди свой отряд, убирайтесь отсюда.
Нам нужно уходить. Вот он из мертвых. Ян. Он был моим другом твоим. И у нас есть работа. Полковник! Полковник! Иди, генерал. Все идет. Хорошо. Мы убеждены только... Мы хотим только одного, хотим победу. И даже это значит работать с синтетическими людьми. Новости. Мы обнаружили взлом компьютера. Мы полагаем, что это полковник Каха. Так интересно. У нас тут это шпион есть. У него три человека. Они ответственны за уничтожение всего и вся, короче. Человек из четырех... отряд из четырех человек уничтожил базу огневую. Невозможно. Генерал. Это его ручной пес генерала. Не надо париться из-за этого. Они пойдут сюда, к нам. Готов маяк какой-то. Короче, дай им знать, что я иду за ними. Ищу. Не люблю игры, в которых... Которые полностью на английском, где очень быстрое повествование. Я вечно, короче... Ни хера... Где-то в какой-то момент просто теряюсь. Чё, блядь? Чё говорят? О чём говорят? Какое-нибудь тупо одно слово, и всё. Которое я не знаю. И всё ломается. Да это обычное дело, ёбнуть кулаком в стенку. Потом ходить с выбухом, блять. У меня так кость торчит здесь.